Всем привет, друзья! Сейчас мы сидим в машине. В общем, настал этот день, бабушкин день рождения. И мы едем за тортиком. Да, мы едем за тортиком и купим сейчас цветы. Значит, дома уже мы заказали пиццу. Бабушка захотела пиццу. В принципе, сейчас там, ну и пьет какие-то лекарства. И, в общем, много что не ест. Но пиццу она захотела. Вот, поэтому салаты мы не готовили, потому что никто их не хочет, ни дети, ни мы, Сережа, ни бабушка. Вот, а мы будем роллы с Сережей, с Даней. Вот, потому что Маша и бабушка роллы не любят, как вы видели из прошлых видео, когда бабушка пробовала роллы. Когда-то любила, а сейчас ей не нравится. Вот, так что все это скоро привезут к нам домой. Ну, а мы едем в перекресток за тортиком. Так, посмотрите, видите, коммунисты России, офис. Коммунисты России. Женя решила записаться к ним. Вот, хотите? И вот здесь есть офис, оказывается. Что-то они стоят, а что, они всегда так стоят? Всех зазывают? Неправильно. Ну да, у бабушки же день рождения, непростой день. А 22 апреля. Пишите в комментариях, какой сегодня праздник, да. А я же забыла. Кто знает. Теперь понятно, почему они стоят. Давайте. 22 апреля. Субботник. Да. Дедушка. Леди. Ну подожди, ты дедушка. С бревном. С бревном? Да. На танке? На танке, а с бревном. Что, не проходили дедушки, да, дедушку с бревном? Даже мы не проходили. Не, ну вообще Ленина проходили, но с тем бревном нет. Так, ну вот, мы едем в 5-ю авеню. Нам надо сюда, видите, перекресток. Ну что, подъехали мы. Вот. Сейчас пойдем. Бананчики я взял. Смотрите, какие диковинные фрукты. Жень, гляди, какие диковинные фрукты. Что это такое? Да. Ну, а что это такое? Питахайя какая-то. Ну, это манго вообще-то спелый. Нет, а вот питахайя. Вот, смотри, вот я взяла малинку. Еще сухофрукты, но это просто себе. А это кто такой? Съешь меня. Кто это? Ты не знаешь? Драконий плод. Какой кошмар. Питахайя. А, это тоже питахайя? Только тогда не спелая, это спелая, да? Ну ладно. Две какие упаковки большие ягоды. Ага, мега упаковка. Малинка тоже хорошая. Кстати, здесь. Что здесь? Надо купить нам пшикалку. А, пшикалку, да. Так, все, за тортом. Угу. За тортом. Торт. Торт. Торты. Торт. Что там Маша? Маша сказала, с орехами не брать. С орехами не брать. Просто я люблю что-нибудь бисквитное. Бисквитное. Бисквитный, вот вам сладкий очень, вот это тоже. Угу. А вот тот, что такое вот? Это не знаю. Палочек вот. А что нам как-то такое скрыто или что? Скрыто. Ну это, кстати, вкусно, вроде ничего сладкого. Еще какое число надо смотреть? Так, сейчас мы повыбираем. Вот такой вот мы выбрали. Да, почему маленький? Потому что бабушке торт нельзя сейчас, раскала нет. Только, ну, детям. Торт мы... птичка, кстати, называется. Да, ну и свечки сюда воткнем. Поэтому вот такой вот. Угу. Симпатичный. Так, все что ли? Ну все. Пошли туда. Ты любишь огурчики, не хочешь взять? Сколько здесь? Твой размер.
У него. Руки-банки здоровые, вообще капец. Так вот мы нашли. А что у нас там, Глейд и Аэровик? У нас там, по-моему, Глейд. Глейд, то что гавайский бриз мы брали. Глейд, да. А что брать? Разница. И он есть сочные ягоды, океанский оазис. Да, у нас там Глейд. Вот такая у нас. То есть у нас был вот этот. Вот, вот у нас. Вот этот вот. С кнопкой сверху, да. Ну, пион и сочные ягоды, я уже посмотрел, что у нас этот. Оазис брать? Бери оазис. Так, все. В общем, вышли на кассе самообслуживания, все пробили себе быстренько. Все, идем теперь за цветами. В центре сделать акцент на желтый, может поярче, как там какой-то есть желтый, яркий, да. Не, давайте лучше такой. Цвет увидела, но это лучше. Там как-то еще надо, чтобы оно как-то нечетное должно. А у меня есть надпись «С днем рождения». Может, воткнуть? Поздравляю. Куда воткнуть? В торт? Вот, в эту штуку. Так, ну вот видишь, желтое обложено белым. Смотри, Сереж. А вот зеленый, не знаю, может, еще там пару веточек зеленых, вот так. Две или сколько? Три. Да, вот так хватит, да. Не, ну, наверное, зеленый одна шель будет. Наверное, с одной, с другой стороны. Как-то... Две, может быть. Еще перебор-то не было. Вот так красиво? Нормально, да. Ну, давайте две тоже, как бы это. А то будет, как будто мы набрали веток. Вот эти штуки они вообще почем? 100 рублей. Сердечко 100, вот эти по 150 рублей. Вот эти 130 рублей. Сеточку центра открыть. Не надо. Еще давно какой-то колхоз. Ну да, хотя бы. Такой купили букет. Правда классный. Видишь, какой яркий. В общем, ну это вот. Ну это не подарок, это вино на стол просто. Вот, розовое какое-то испанское. Так. Данюша, поздравляем тебя вам с днем рождения. Но остальные подарки потом. А это первые цветочки. Это весенние, яркие. А вы, кстати, молодец. Должны постоять хорошо, потому что розы не стали. Я так люблю желтые. Брать. И вот такая большая. Это хризантема или что-то. Да, это, ну, весенний такой, чтобы подольше постояли. Вот. Это все. Даня, инициатор. Ну, вообще от всех. Ну, спасибо, Танечка. Обними бабушку-то. Спасибо, сфоткай. Стесняется. Сфоткайте, сейчас сфоткаю. Кстати, так, ну, пока они носят вазочки, я показываю. Икра красная. Поэтому пока можешь. Заморская, баклажанная. Так, очень такое вино у нас какое-то итальянское. Обалдеть. Пицца такая, сякая, тут очень... С розами решили не экспериментировать. Нет, Маша, не пирожки, пирог такой испекла с мясом. Молодец, Маша. Пиццу мы заказали, яркое. Тут опять. Это два вида пиццы. Да, два вида пиццы. Здесь этот... Маленькая, самое главное, маленькая. Маленькая, да. С нашего огорода, который на балконе. Виноград? Нет, виноград это привезенный. Так, ну вот, в принципе-то и все. Да? Помело. Помело. Помело, кстати, вкусное. Я пробовал. Вкусняшка, люблю помело прям. Берешь и говорят. Сказка. Сказочка. Так, ну все, поставили букет, потом бабушка его распределит, ну, снимет вот эту вот штучку. Да. Вот бабушку все поздравляют. Сколько тебя уже сегодня поздравили? Ой, 15 человек.
О, ничего себе. А и сейчас вот это то, ну, что вот ли? Ну, это 15-е, да. А. Ну, это вот Таня из Пскова, а это ее две дочки, и Наташа, и Лена. Да, ну, родственники, ну, все, вот, друзья. Все родственники, да, друзья. Вот только Миша еще, но он, наверное, после работы позвонит. Но вообще-то он меня уже как бы поздравил. Ну, ладно, давайте садиться, а то что мы все говорим, договорим. Да. А где твоя зарядка, мам? Ты не сказала. Так, зарядка в комнате, там поставь телефон и все. Все, садимся, садимся. Надо же говорить пожелания. Да, надо же... палочки. Сколько палочек заказал? Одну? Я тебе... Там был написан набор. Нам надо тыкать, сколько человек. Нам привезли один набор. Одни палочки. У нас там пол палочек, давай. Есть. Тем более здесь скрепленные, я такие не люблю. Тебе же нет. Не, скрепленные не ем. Я люблю только раздельные. Это вот раздельные. А, ну вот раздельные. Просто выключи, ну, секундочку.